Ребята, пора уже показать этим немцам, как делать настоящие заднеприводные тачки, сказал начальник транспортного цеха Рено и развернул на столе чертежи будущего Твинго. Создание дизайна экстерьера не отняло у французов много времени. По неподтвержденным слухам, художники черпали вдохновение из облика двух народных автомобилей – ЗАЗ-965 и Рено Дастер. Очень необычная как для Франции, так для и Рено машина во многих смыслах. Во-первых, у данного автомобиля, как сложно достаточно догадаться, заднее расположение двигателя и задний привод. Передняя часть, так называемый, наверное, это все даже капот, сдвигается, он не поднимается, он сдвигается вперед. Таким образом открывается сервисная зона. Там буквально два резервуара, омыватель, охлаждающая жидкость и, в общем-то, больше ничего. Подбор силового агрегата оказался более проблематичным. К сожалению, местный склад с моторами V8 как раз закрылся на переучет, а от рыка V12 коровы во всей округе перестали давать молоко. Поэтому в Рено решили, что три цилиндра, да еще и с турбиной, более чем достаточно. Самое интересное у нас здесь, в багажнике. Полностью стеклянная дверь поднимается, и под ней мы находим маленький трехцилиндровый моторчик. Правда, после очередного корпоратива бюджет на турбины был урезан вдвое. Поэтому везунчики получат наддувный мотор мощностью 89 лошадок, а лузерам достанется атмосферник с отдачей на 20 скакунов меньше. Кстати, узнать, повезло вам или нет, можно только после покупки машины. Еще немного мощности из литровых агрегатов позволили выжать стильные наклейки на боковинах, огромные диски и зеркала, окрашенные в другой цвет. Но не думайте, что конструкторы Renault Twingo забыли о современных технологиях. Обе версии мотора могут комплектоваться системой старт-стоп. Для стран СНГ также будут доступны системы стоп-хам и стоп-штраф. Но что действительно важно, на Женевском автосалоне творение фантазеров из Рено произвело настоящий фурор. Секрет успеха Твинго очень прост. Как бы ни гордились немцы своим роскошным S-класс купе, выпадающего на веревочках капота у них все равно не будет.